Вот что получилось. Сейчас кипятком залью. И где-то 35. И самое главное, заготовки привезла. Лук зелененький, лучок нарезанный. И вот так вот уголком все ровненько порезалось. Всем привет, мои дорогие! Кое-как держу телефон. Смотрите, как у меня рука вот эта вот, где поломанная. Как она у меня выпирает. Вот, я похудела. Вот так вот выглядит мой шрам на сегодня. Видите, еще синяк такой. Конечно, некрасиво, но самое главное, чтобы рука уже у меня функционировала, работала. Я могу вот кистью работать, получается, но нагрузку нельзя более 2 килограмм. Поднимать ничего нельзя такого, потому что она у меня может опять выпасть. Нельзя плеваться. Вот видите, кто мне пачкает зеркало. Привет сказал. Мансуру надо стрижку тоже делать. Вот, когда папа освободится, я, смотрите, очень похудела. Вот так вот я выгляжу, видимо, от переживаний. Ой, так буду держать телефон. Как двигается моя рука на сегодняшний день? Ну, эта рука, как обычно, двигается. А вот это, смотрите, когда я поднимаю, у меня слишком поднимается плечо, потому что там пластина и болты. Я не могу полностью поднять руку. Вот, знаете, с таким напряжением поднимаю. Да, да, показывай своего робота, которого ты поломал. Иди, мой золотой, я кое-что расскажу. Иди, потом мама тебя позову, хорошо? Так, сегодня... Нет. Ко мне сейчас едет подружка, как раз она со школы своего мальчика заберет. Кстати, на который канал я оставляла ссылочку, это Лейла, она приедет. Такая молодец, она мне опять морковку, лук нашинковала, сама предложила. Так что везет мне, потому что я не могу еще ничего резать. Вот, рука ужасно болит в области, где эти болты, штифты, пластина. Очень болит. Вот. Ну ничего, справляемся. Так что вот хотела себя показать после швов. Как это все у меня выглядит. Надеюсь, вам видно. Так вот. Кстати, у меня здесь тоже шрам. Вот, в 6 лет я упала. Здесь тоже у меня был ушиб или перелом. Не знаю, по-моему, перелом. Гипс был. А здесь тоже был треск. И у меня здесь косточка росла. Получается, до сюда был гипс. И тоже делали операцию. Так что у меня... шрамов достаточно. И здесь тоже на почке шрам. Вот так, мои дорогие. Спасибо вам за поддержку, за добрые пожелания, за все огромное. Спасибо вам. Потихоньку восстанавливаюсь. Конечно же, если еще не откроется, да, поликлиника, я уже поеду к платному терапевту. И все буду уже делать платно. Упражнения я дома делаю. Вот. Конечно, очень жаль, что у нас медицина обижает так, честно. Я очень обиделась прям. Почему меня не принимают, а принимают только вот заболевших ковидом. Я же тоже нуждаюсь в помощи. Тем более детки, трое детей и вообще все люди, которые нуждаются в помощи, да, у них же может быть и осложнение, и тоже летальный исход. Мы же просто так не обращаемся к врачам. Осторожно, Мансю. Кстати, я приготовила плов совместно с Расулом. Вот, жду гостей. Она со своим мальчиком придет. Вот, посидим, кофе попьем. Она кофе принесет, да, Мансю? Да. Как ты ее назвал? Я говорю, тетя Лейла придет. А Мансур говорит, придет тетя Элла. Элла тоже красивое имя, да, Манси? Да. Так что... марафет навели, прибрались. Чистоту навели, прибрались. Вот. Когда гости приходят, через боль я мотивируюсь прям.
и что-то делаю, прям такое, знаете, существенное. Подружка уехала, Лейла. Хорошо посидели, она майонез вот сама готовила, привезла домашний майонез. Вот, майонез очень любит Расул, так что будем кушать. Кофе тоже очень вкусное привезла. Контанта называется, у меня было оно, но это очень вкусное. Она мне перемолола и сюда добавила. Вот, со своей кофемолкой пришла, у меня нету. Представляете? Вот. Тортик поели. Вот. Вот. И вот такие вот безе тоже она сама готовила. Спасибо. Кстати, у нее на канале есть эти безе рецепт. Кушайте. Так что посидели хорошо. Уехала. Вот. Девочки, вкусно? Да. И самое главное, заготовки привезла. Лук зелененький, лучок нарезанный. И вот такие вот два пакета репчатых лука тоже мелко нарезала. Мне нравится мелко, как она нарезает. И морковка тоже мелко нарезана. Два пакета. Вот. Спасибо большое ей. Всем добрый вечер. Сегодня готовим ленивые голубцы. Очень захотели. Фарш разморозила. И вот такая вот подливка. Здесь свежие летние помидоры замороженные у меня были. Томата не оказалось. И я добавила болгарский перец, морковка, лук репчатый и лук зеленый. Тоже все в заморозке было. Только Расул лук порезал. Так как я не могу. Вот. И Ляночка нам помогает. Я уже все порезала. Режет зелень. Молодец, Солнышко. Все, я все порезала. Умница. Здесь картошечка тоже. Я ее тоже сама голубцы резала. Угу. Здесь фарш. Лук, ореховая трава, соль, перец, рис. Вы что там шепчетесь? Да, я уже сняла, умница. И добавлю морковку тоже. Всем привет, подписчики. Ляна, у тебя здесь зелень. Солнышко. Все, я убрала. Молодец, мамина, умница, помогаешь. Вместо обычной капусты будет пекинская капуста. Я нарезала уже. Буду добавлять. У нас процесс приготовления. Это на завтра мы уже готовим. Здесь у меня пекинская капуста сверху. Уже, видите, здесь картошечка. Приправа снизу, морковочка. И сейчас буду формировать голубцы ленивые. Мне уже сверху. Да, давай, ложи. Аккуратно везде вот. Старайся, чтобы заполнить. Хорошо. Будет очень вкусненько. Весь процесс не буду показывать. Вот такие вот голубцы будут. Рука очень сильно болит. Я вот на последнем издыхании прям сейчас сделаю. Хорошо, что мне помогает. И все вот так слоями. Еще картошечка. И вот эти вот голубцы. Все, я уже и разговаривать не могу. Покажу в конце, что получилось. Вот что получилось. Сейчас кипятком залью. И где-то 35-40 минут будет это все вариться. Еще зелень сверху добавлю, кинзу. И будет вкуснятина такая. Рука просто отваливается. Все. Ну все, ленивые голубцы готовы. Вот так вот выглядит у меня. Голубчики. Такие вот ежики. Я уже себе наклала. Сейчас покажу. На ночь с майонезиком. Но без хлеба кушаю. Я хлеб вообще не ем, не люблю. Я уже картошку мелко надрезала. Вот так вилочкой. Буду кушать. Очень вкусно. Всем добрый день! Сегодня у нас будет стрижка у Фатимы. Она вся заплаканная, потому что все были запутанные волосы. У нее они очень выросли, длинные. И у Лианы тоже. Смотрите, какие длинные волосы. Буду отрезать. Так как уже, знаете, они мешают прям и в школу. Я сейчас не могу и прически делать. Вот. Густые волосы, поэтому
очень путаются. Прям утром просыпается, невозможно расчесать. Да, Фатим, будем резать? Хоть жалко, но что делать? Порежем. Здесь у меня ножнички. Пробор я делаю 2 хвостика, и вот эти хвостики я отрезаю. В конце расческа, и ровно получается. Не первый раз уже режу. Вот. Покажу, сколько отрезала. Фатима без настроения. Вот такие вот 2 хвостика. Сейчас буду резать. Да, Фатим, ты готова, солнышко? Да, я готова. Моя золотая. Примерно вот так вот порежу. Даже, может, чуть-чуть больше. И сразу в пакетик, чтобы ничего не разбрасывалось. Вот. У нас сегодня салон. Парикмахерская. А вот что у нас получилось. Вот так вот уголком. Все ровненько порезалось. Давайте. Да. Мне нравится эта техника. 2 хвостика и сразу вот так вот все получается ровненько. Повернись, Фатим. Жалко, но нормально. Порезали. Вот сколько. Примерно, наверное, 7 сантиметров отрезала. Ничего, вырастут, да? Зато легко будет головки, да, Фатим? Да. Тебе нравится, солнышко? Да, мне нравится. Сейчас Ляне будем резать. Давайте. Вот такая вот Фатима красавица. И Мансю пришел. Привет, скажи. Привет. Все, Фатим. Сейчас хвостик сделаем. Я хочу еще хвостик показать. Смотрите, ровный хвостик получается. Фатим, повернись. У меня рука дрожит, сегодня очень болит. Еле-еле снимаю. Хвостик тоже, смотрите, какой красивый получается. А то бывает, знаете, порежешь волосы, и хвостик некрасиво лежит, когда вот высокий делаешь. А так все. Видите, очень даже красиво. Так что это лайфхак. Кто не знал, можно спокойно вот так вот детям резать волосы в домашних условиях. Вот ровненько все, классненько. Все, Фатим, можешь идти. А сейчас у нас Ляна на очереди, да? Да. Солнышко, давай. У Ляны такая же длина волос, повернись, Лян. Также 2 хвостика и буду резать с 2 сторон. Все. Все, у Ляны тоже порезала. Тоже вот так вот ровненько получилось. Вот так. Красота. Такие вот коротенькие волосы получились. Нравится тебе? Да, я еще не посмотрела. Не, ну так длина хорошая, да? Вот так. Лян, повернись, хвостик покажем. Такой вот у нас хвостик. Тоже ровненький, углом.